Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби». И у нас ивент. Ага, вот такой вот у нас с тобой ивент. Ладно, давай смотреть, кто здесь и что. Блин, это плохо. Это плохо, у нас вот такой вот зомби здесь идет. Слушай, мы, интересно, успеем его взорвать на мине? И вообще, взорвется ли он? Ну, по идее, должен. Да что там с миной-то? Эй! Мина! Фу, успела появиться. Ну, отлично, ребят. Так, что у нас тут? Еще одна мина, да? Ну, я не знаю, давай, наверное, ее вот сюда поставим. И будем открывать потихонечку с вами кувшины. Или горшки, как они там правильно называются. Так, секундочку. Давай посмотрим. Опа! Иди отсюда. Это опасно. Лучше всего, конечно, открывать самые первые кувшины. Так, удобрение нам выпало. Здесь вот такой зомби. Так, защитник. Защитник — это хорошо. Опа-на. Так, мы можем с тобой вот сюда вот его поставить. Нашего защитника. Мне нужны, конечно же, горохострелы. Опа, еще одно удобрение. Упс, а вот здесь, ребята, косяк, вход я успел. Слушай, а что будем делать вот с этим, а? Вот, расстреливать, конечно же. Так, тут еще у нас один горохострел. Куда его поставить-то? Я даже не знаю, давай здесь. Так, открываем тут. Угу. Опачки. А защитник мой сломался, друзья мои. Морковочка уже раненая, да? Так, а тут у нас... Опа-на, летающие. Да ну. Так, а мы успеем его, интересно, подбить? Он летит, упал. Тут еще не легче, блин. Так, что же нам с тобой... Как бы нам тут замутить? Да ну, дайте что-нибудь путевое-то, блин. Они дают этих мне одних, а? Ну ты посмотри. Так, тут защитник. Давай, наверное, вот сюда поставим для подстраховки. А вот тут, ну ладно, этот взорвется, предположим, да, на мине. А вот тут защитник может еще откинуть. Фух, да добейте вы его, а. Все, отлично. Ну, как-то у нас тут. Опачки. Зашибись. Естественно, мину. Только успеет ли она появиться, а? Она очень долго созревает. И вот это меня вот раздражает, серьезно тебе говорю. Ну, появись ты, господи, там, а. Бамс, нормуль. Фу, опасно. Ну что, здесь будем открывать? Или здесь? Или здесь? Ага. Твою же налево, давай в помощь бросим сюда горохострел. Опачки, три стрел. Это я, конечно, все понимаю, но как мы с тобой будем делать, когда здесь пойдет гаргантюа? Вот объясни-ка мне. У нас, кстати, есть с тобой два удобрения, может быть мы... Ага. Так, погоди-ка. Ну, я вот сюда поставлю. Кто у нас тут? Опа, еще один, три стрел. Кто, интересно, здесь, а? Фу, нам повезло. Так, погоди-ка, я сюда поставлю. Те-те-те-те-те. Интересно, сможем мы его разбомбить? Или нам придется удобрение с собой тратить? Нет, не придется. Морковку пока он будет есть, этот, в принципе, должен его расстрелять. Ну, у тебя же нет рук, чем ты там ешь, ё-моё. Друзья мои, момент истины. Выходит сам Гаргантюа. Так, ну защитник, конечно, может нам здесь немножечко помочь. Он его оттолкнет. Ну давай, отталкивай. И еще один залп мы с тобой зарядим. Все. Больше мы пока здесь с тобой сделать ничего не можем. Остается только вся надежда на нашего защитника, который будет его откидывать. Есть! Друзья мои, прошли мы с вами этот ивент и смотрим, что нам тут достанется. Клубничка, кактус и 1000 голды. Три клубнички. Ну что же, неплохо. Так, завтра мы с тобой пройдем вот это вот самое глобальное, да? Испытание и получим ящик. Так, повторить.
Блин, ребята, сложное какое-то испытание. Я, наверное, пока не буду. Я потом за кадром лучше пройду. Так, квест комплит. В плане, что у нас там выполнено. Давай-ка мы с тобой посмотрим. О, 2 гема получаем, отлично. Так, и все, пока больше ничего нету. Ну что, идем с тобой на арену. Посмотрим, на каком я месте, сколько нам чего там нужно. Ну-ка. Так, 4 перчатки у меня есть. Ё-моё, нифига. Вот это меня сбросили. Я бы даже сказал, меня не сбросили, просто ребята уже выбились вперед. 77 кубков. Точнее, корон, корон он имеет. А у нас с тобой 4 перчатки плюс бесплатная игра, мы можем с тобой пройти все это дело. Так, я уже забыл, кто здесь и что. Кстати, смотри-ка, мята. А что тут за мята такая? Ух ты, 100 конфеток будет, я могу купить вот эту вот огненную мяту. Она для чего? Так, для огненного горхострела, для огненной катапульты, для картошки. В общем, все. Халапеньо, лава гуава. Усиливают, короче, все огненные растения, да? Снэпдрагон, пирвайн, пеперпульт. Ну да, все так и есть. Надо будет накопить обязательно 100 конфеток. А у нас пока сколько там? 39. Ну что, ребята, погнали. Фриплей. Келфрас против нас. И нам нужно с вами, опять же, твою же налево, это же с огнем, да? Против ледяных. Я до сих пор не пойму, какая тут нужна, если честно, стратегия. Может быть, взять вишню? Ну, предположим, я возьму вишню. Или лучше халапенье. Так, здесь опять курицы, здесь эти суслики будут бежать, да? Мина. Ну, предположим, будет у нас здесь с тобой стоять мина. А Дейзи мы с тобой применяли или нет? Мы, по-моему, отказались от нее потом, да? Отказались от нее. Я не знаю, возьмем, наверное, электрокамыш. Погоди-ка, я тут набрал что-то всего не того. У меня должны быть огненные растения, насколько я помню. А я тут уже нахапал всякой ерунды. Значит, огненные, это лава гуава. Дальше у нас пойдет так. Тут же еще нужен подсолнух. Огненный горохострел. И все. Сможем ли мы такой вот командой пройти? Вопрос. Вопрос очень интересный. Ладно, попробуем. Ну что? Начнем, конечно же, с подсолнухов. Так. Ну тут, понимаешь, тут весь акцент идет вот на этот ряд. Вот на этот именно ряд, потому что все ряды остальные, ребята, они, как тебе сказать, если идут обычные, их сюда смещают, потом сюда. Только лишь те, которые летают, да, они могут перелететь все это дело. Так, ну что, поехали. Будем смотреть. Ну вот, 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 вот. Начинается с курочек со всяких. Погоди-ка, что я делаю-то? Что я тут начинаю уже чудить? Лава-гуава, конечно. Вот эти бурундуки, а? Бегут, бесявые. Раздражает, прям не могу. Ну вот смотри, видел, уже горохострел съел, а? Огненный, я имею в виду. Ну как так-то? Ну что там, заморозка начинает действовать, а? На нервы. Ну подсолнухи, давайте, давайте, мне энергия нужна. Господи, что вы там тупите-то? Вот, энергия нам припала. Сюда сделаем таким вот образом. Смотри, 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 смотри. Летит, летит. Чудило, а? Так, что нам тут бомбануть-то куда? Я даже не знаю. Наверное, сюда. Чу-чу-чу, прилетели. С бухты-барахты. Так, есть у нас? Есть еще с тобой одна мина. Точнее, одна попытка сделать это. Но... Так, слушай, ну пока вроде бы неплохо. Он этот летит, чудило. Ну что вы его не можете подбить, что ли, блин?
Блин, они просто не могут его подбить. Они стреляют по этому кондору, но подбить его не могут. Это раздражает очень сильно. Просто убивает меня вот эта вот политика. Так, лаву, гуаву, куда ее? Вот куда ее? Оу, тихо, там уже Гаргантюа идет. Эй. Блин. Что будем делать? Друзья мои, что будем делать? Он же сейчас нас тут подбомбит. Лаву гуаву, может быть, поставить. Так, мина. Пускай будет здесь у нас, наверное, стоять. А ну-ка, перчик. Нормуль. Нормуль поджарил. Сколько там, еще 42 секунды продержаться, да? Что-то наш оппонент, ребята, вообще не оппонент. Он ничего там особого не делает. Ага, тут справились, да? Тут кондор. Вот против кондоров надо еще как-то научиться воевать. Потому что огненный горохострел, он, в принципе, хороший. Но он не прокачан у меня. Поэтому, друзья мои, он наносит минимальный урон. Ты это сам, наверное, понимаешь, да? 17 секунд нам еще с тобой простоять. 17 секунд. 8 секунд. Нет, лава-глава, в принципе, нам хорошо помогает здесь. Я ничего не могу сказать. Вот кондоры, да, кондоры бесят. Ну что же, мы тут выиграли с тобой, да? Получаем, естественно, 5 корон и 3000 голды. Хочу вот эту пиньяту получить. Ты понимаешь? Кстати, я не посмотрел, что применял оппонент. Каких этих растений? Ай-яй-яй. Ну что, двигаемся дальше. Попробуем заработать с тобой 3 огненные пиньяты. Я так понимаю, там, наверное, будут растения именно огненного класса выпадать. Ой, что же нам делать? Возьму-ка я, наверное, сюда все-таки вишню. Возьму вишню. Так, электрокамыш, может быть, взять. Но он будет замораживаться. Так же, как и у нашей эти замораживаются. Можно... На, катапульта, она же без ульты. Дейзи. Дейзи тоже хороша. Так, возьму мину. Возьму мину. Ну и шипастую дорожку. Вот шипастые дорожки, конечно, хорошо помогают. Против куриц, против хомяков. Но опять же, они замораживаются. Их замораживают на наших глазах. Лава-гуава. Ну и в принципе все, больше мне здесь некого взять. Слушай, ну я не знаю, вишневая бомба. Настолько ли она хороша, как хлопенью, а? Снапдрагон тоже был бы неплохо, если бы он стоял бы, например, вот на этих зонах, бомбил огнем. Да? Согласись. Против кондоров, мне кажется, хорошо идет бонгчой. Может быть, я, конечно, и не прав. Против вот этих вот гигантов, наш вот этот вот... Кстати, ты в курсе, что гипногрипп, если ставишь... А, его нельзя. Его здесь нельзя, я понял. Они специально так сделали, да? Чтобы нельзя было пользоваться. Ну что, это наша старая комбинация получается, да? Поехали. Как говорится, ничего лучше мы здесь с тобой сделать не сможем. Ну давай. Просто не хотелось бы проиграть, вот в чем дело. Не хотелось бы проиграть. Так, давай, наверное, так сделаем. Вот так. И наши огненные горохострелы. Сюда. И сюда. Все, поехали. Будем отбиваться от врагов. Вот они. Ну, курица... Блин, взяла мне мину эту курица паршивая. Истребила. Давай, от этих хорьков отбиваемся. В плане, а кто сожрал-то мое растение, эй? Лава-гуава, давай на помощь. Так, ну почему он опять замороженный стоит? Ну оттаивай давай, а. Как ты долго все-таки оттаиваешь. Ой.
не хватает. Так, там пошли толкать. Опять подсолнухи мои заморожены. Хоть не бери их, серьезно тебе говорю. Давай мину. Может быть, нам с тобой мину вот так вот расплодить. О, гиганты эти. Спасибо за энергию. Так, кто тут у нас летит, а? Так, где у нас хорьки? Вон они, да? Давай, наверное, вот так с собой сделаем. Плюс мину. Лаву-гуаву надо выставлять быстрее. Фух. Так, смотри. Смотри, как все напряженно. Окей, предположим. Так, здесь у нас что? Опять этот летающий, а? Засранец бесявый. Ну, здесь мы его подожгли. Здесь мы с ним справились. Так, смотри, вот здесь сейчас пойдут хорьки. Вон они. Но пойдут они. Ага, они уже не пойдут, потому что мы их подожгли. Кто там? Гаргантюа бежит, да? Собственно, персоной. Блин, тут все-таки успели как-то пройти, а? Давай, 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 давай. Быстрее, быстрее. Ну ты же видишь, что он тут явился, блин, не запылился. Так, наверху, конечно, пройдут. Наверху пройдут и пролетят. Все, что хочешь, тут сделаю, да? Два этих бесявых кондора. На! Слушай, что он такой борзый-то? Ты посмотри, идет в наглую. Просто в нагляк. Наконец-то мы его сожгли. Будет знать свое место, паршивец. Так, что у нас там по очкам? Ну, ребята, мы пока на первом месте, фавориты. Ну, я имею в виду по очкам. Никак не могу найти нормальную стратегию, чтобы отбиваться и от тех, и от этих. Так, а он взял шипы. Он защищался от хорьков и куриц, я так и понял. Ну что, мы с тобой зарабатываем 3 огненные пиньяты. Давай посмотрим, что нам из них выпадет. Так. Васаби. О, перец халапеньо. Мы можем прапать. И все? Васаби и перец халапеньо мне только дали. А почему так жиденько, а? Ладно, сколько требуется для прокачки халапеньо? Давай посмотрим. По финансам я имею в виду. Где-то здесь должен быть. Вот он. Ну, 1000 я могу себе позволить. Окей. Сколько у него дамаг? 1900. Ну, неплохо, да, я считаю, неплохо. Ну что, пойдем с вами ради 4 пиньят дальше рулить или не пойдем? Я думаю, надо сходить, да, наверное? Боюсь просто сфейлиться. Да и, кстати, конфетки нам тоже не помешают. Если мы с тобой хотим открыть новую мяту, да, огненную какую-то, нам нужно получить именно 100 конфет. Блин, какую бы стратегию тут все-таки, а, выбрать идеальную? Вот, не знаю, перец халапеньо. Я им пользовался, если честно, всего лишь один раз. Вот этим перцем. В основном вот горохострелы, мины. Это вот в основном, да? Горохострелы, мины. Что тут можно еще взять? Ну, вишневую бомбу, предположим. Долго она, конечно, будет откатываться. Можно взять вот такие вот мины. Простенькие, но они, наверное, того не стоят. Они уничтожают всего лишь на одной клетке, да? Врагов. Вот не хочется подсолнух брать, но мне кажется, нужно. Иначе без него будет очень-очень сложно. Ну что, в принципе, и все, наверное. Можно взять вот этих вот. Отгоняем и замораживаем одновременно. Ну, то есть замедляем, да, по времени. Можно взять кактус. Ой, кактус, чертополох. Чертополох тоже был бы неплох, в принципе. Тоже был бы, в принципе, неплох. Вообще никаких идей. Может быть, бумеранг взять?
взять бумеранг. Ну, слушай, ну если он будет выстреливать, да, в принципе, он будет неплохо защищать против куриц, против тех же самых хорьков. Но ты не забывай, что если его заморозят, все. Мы больше с тобой здесь ничего не сделаем. Ладно, возьму вишневую бомбу вместо халапеньо и лаву-гуаву. Вот сейчас вот поменял стратегию, и 100% проиграем по очкам. Вот чувствую просто-напросто, что проиграем мы по очкам. Так, ладно, давай сюда, 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 сюда и сюда. Дальше поставим с тобой мины. Подожди, а что у нас мины? Нам же еще вот этот нужен. Все, поехали. Был бы у меня грохострел 4 уровня, я имею в виду огненный, вообще было бы идеально. Было бы просто идеально. Вон, вон, смотри, что там происходит. Сейчас побегут хорьки. Видишь, сразу одну мину мы с тобой потеряли. Ага, пока она заморожена, я ничего не могу сделать. Замечательно просто. Блин, он бомбит просто по замороженной мине. Ни денег, ничего нам не выпадает здесь, блин. Трындец. Давай, лавушка, помогай. Зажаривай их там до хрустящей, так сказать, корочки. Вот так вот им всем там. Во, энергия привалила. Энергия — это всегда хорошо. Так, куда ты там прешь, а? Ага, ага, так. Ну-ка, дай-ка сюда поставлю, наверное. Что они там делают? Кто-то бомбят там что-то, непонятно. Чудотворцы на букву М, да? Чтобы не было им тут расслабона, так сказать. Дайте мне энергию. Я просто офигею. Они просто пробегают и все съедают на своем пути. Понимаешь, они просто бегут и съедают все на своем пути. Любого, кого им тут не дай. Вот такие вот эти ребята хорьки. Что, Гаргантюа там собрался идти, да? Да, собрался. Не только собрался, он уже там идет вовсю. Он уже там шуршит. Блин. Да ладно, давай. Сожгли мы его к ядренишке-фенишке. Это уже круто. Так, давай-ка вот так вот сделаем с тобой. И лаву-гуаву сюда. Вот, совсем другое дело. Пошел контраст. А ну-ка я еще вот так вот. Шикарно. Взрыв прям на макаронной фабрике. Ну, наверху понятно, там у нас ничего не было. И поэтому они тут спокойненько себе проходят. Эх, лава-гуава, давай, вжаривайся. Так, 10 секунд осталось. Мы с тобой пока на первом месте по очкам. Еще один Гаргантюа там решил выйти. Да, ну мы тут уже, как говорится, успели пройти. Так, что наш оппонент брал? Ага, катапульту 3 уровня огненную, плюс лава-гуама 3 уровня. Ничего себе, у него стебелек, электрокамыш тоже 4 уровня. То есть чувак был довольно прокачанный. 3 уровня у него подсолнух, снапдрагон 3 уровня. Слушай, ну он крут. Только почему он проиграл, я не знаю, ребят. Но главное, что мы с тобой заработали 6 конфет. Да? Ну что, последний бой у нас с тобой будет сейчас ради 4 пиньят. Я тихонечко-тихонечко догоняю своих оппонентов. Я уже на 5 месте. Так, а если мы с тобой после серебряной идет золотая, да, лига? А после золотой джейд лига. И тут минимальный приз, как ты видишь, 48 конфет, 100 брюликов и 3600 голды. А меня пока светит, если я буду в тройке, 32 конфетки, 66 гемов и 2000
160 монет. Ну что, друзья мои, поехали. С Богом. Так, против Туи, да? Мы с тобой играем. Ой, ладно, будем с тобой, наверное, брать старую школу, да? Мне понравилось, как у нас здесь выручает вишневая бомба. Никаких, как говорится, к ней претензий нету. Единственное, что можно было бы вот этот цветочек взять. Он уменьшает всех, но он не под ультой. И вот этот вот... Кстати, а мы можем с тобой... Уже нельзя, да, выйти на, в этот, в огород-то наш? Жаль. Жаль. Видишь, кто-то подсолнухи не берет. Я вот смотрю, многие вот эти вот ребята, у которых, ну, проверяющие просто, они не берут подсолнухи с собой. То есть не копят. Три стрел, ну, в принципе, тоже было бы неплохо. Знаешь, чего нам не хватает здесь? Был бы пенек огненный бы. Я брал бы вот этих вот пятого уровня своих горохострелов и через пеньки. Знаешь, как бы они тут вжаривали? У них там такая скорость стрельбы, что просто заворачиваются уши. Любые там эти, не знаю, суслики, там кто бы там ни был, там петушки, курочки, они бы все просто сгорали бы. Но пенька, к сожалению, у меня пока нету. Так, что я тут мешкаю? Что я не хочу? Так, бомба, лавагова. А, горохострел же огненный. Ё-моё, что я... Ну, ребят, просто отвлекаюсь маленько. Рассуждаю сам про себя там, знаешь, и думаю одновременно. Где ты? Вот он. Ну что, друзья мои, поехали? Старая школа, ё-моё. Пока не подводила. Но все равно тебе скажу, это не идеальная. Не идеальная у меня комбинация, не идеальная команда, потому что, ну, пока... Так, здесь будет курица, поэтому ставлю мину сюда, потому что мы почему-то сразу ее начинаем терять. При первом, как говорится, набеге. Ну что, поехали? Давай смотреть. Вот они, эти курицы. Вот для чего я и мину, в принципе, сохранил. Так, теперь вот так вот сделаем, наверное, с тобой. Здесь, естественно, лучше лаву-гуаву сразу выставлять. Сразу же лава-гуавушка начинает там пыхтеть. Вот эта штука, кстати, тоже очень много создает жару, и они как бы сгорают на ней. Пока удобряшку придержим. Давай, лава-гуава. Опять заморозка пошла, а как же они меня бесят. Так, давай-ка мы сделаем с тобой вот таким вот образом. Бумс, там накрыли. Энергия, спасибо тебе большое. Так, делаем здесь взрыв. Отлично, лаву-гуаву лучше бросать вот здесь, я уже понял. На самом начале, чтобы их бомбило, так скажем, прям у начала. Чтобы они тут не раздухарились, не бегали слишком далеко. Дальше мы с тобой сделаем вот так вот. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Взрываемся. Блин, неужели... Вот тут слишком их много было. Тут их слишком было много, поэтому, ну... Офигеть! Что за этот? Твою же налево. Сейчас еще здесь пробегу, да? Да, сейчас еще, скорее всего, и здесь пробегут. Да ну, блин! Так, надо взрывать там нафиг все. Окей. Так, дальше что? Дальше. Блин, дальше. Дальше. Ну, что он там делает? Что он ломает? Да иди ты с ерундовиной тут. Бросает он мне. Он сгорел, да? Он сгорел, друзья мои, на работе. Этот гаргантюа злобный. Так. Лава-гуава в помощь. Вот это вот бесяво. Очень бесяво. Ну смотри, вот смотри, целая орда бежит. Ну как тут против них будешь тут справляться? М? Объясни мне, как? Что-то, по-моему, мы тут с вами... Нет, пока на первом месте. Пока. Давай взорвем. Опачки. Так, 21 секунда нам всего лишь надо продержаться. Как думаешь, сможем продержаться мы с тобой 21 секунду? Мы обязаны.
Мы не имеем права здесь проигрывать. На нас смотрит вся, извини меня, растительная грядка. Да, ребята, мы не подкачали. Мы не подкачали, ты понимаешь? Отличные бои. Отличные. Так, смотри, оппонент. О, у него помидор уже есть. Слушай, интересно, этот помидор огненный или какой? У него, смотри-ка, близнецы третьего уровня, да? И лазербин третьего уровня. Ага, четвертого уровня орех. То есть тоже такой не слабенький чувачок. Ну и мы с тобой зарабатываем ту самую пиньяту. Высший приз, да? Давай смотреть, что нам здесь достанется. Картошечка 10 штук. Ага, спасибо. Так, груша. Нет, кабачок, скорее всего. Ух ты, киви. Друзья мои, киви. Но опять же, это все донатное. И солнцегриб. Честно говоря, я хотел немножко других призов, но, как говорится, что есть, то есть. 38 корон у меня в данный момент. Еще одна перчатка, друзья мои. Я бы с удовольствием еще поиграл бы, но мне надо уже собираться на работу. А за кадром я, наверное, поиграю еще немножко в арену. Кстати, давай посмотрим, сколько нам еще нужно с тобой получить. Ага, подкупают меня. Ребята, смотрите, если мы с тобой заработаем. Давай, пошли, все, хорош. Я думаю, за 5 минут управимся, и надо будет лететь уже мне просто на всех парусах. Сегодня работаем, ребята, завтра тоже работаем, а потом у меня будет 2 выходных. Так что в ближайшие 2 дня ведусь как не ждите. Но если у меня, конечно, останутся силы, я после работки попробую что-нибудь записать. Так, ну что, берем с тобой, наверное, старую школу. Она мне очень понравилась. Очень понравилась, в принципе, неплохо помогает нам здесь, несмотря на то, что все-таки некоторые ряды они прогрызают, да? Особенно это самые верхние. Но если брать в совокупности, то по очкам у нас довольно неплохо все получается. Так, давай ставить сюда. Нам нужно всего лишь один кубок заработать, друзья мои, и все. Подожди, что-то не то делаю. Один кубок мы зарабатываем и получаем новый вид растений. Именно вот этот вот растение у нас будет в коллекции. И это, кстати, очень круто. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, миночки вот эти все сзади поставим. Ну что, вперед, let's rock. Погнали. Сейчас курица, как всегда. Ну да, как всегда курица. Начинается именно все с них. Упс, мы сразу что-то тут начинаем все фейлиться. Блин, а с какого перепуга у меня вдруг... Твою ж налево. Ну потому что здесь не было, друзья мои, этой... Ай, как тебе объяснить-то? Не было вот этих вот растений. Вот они и замерзли все. Да-да-да-да, именно из-за этого. Ну давай тогда делать так. Нам нужно с тобой как-то защищаться. Нужно. Предположим. Где эти хорьки? Опять туда бегут. Давай сюда лаву-лаву высыпь. Опять же. Так, подожди. Давай-давай-давай, отогревай, отогревай. Там мои... Там мои мины, ё-моё, стоят. Ну, долго ждать-то, блин. Вот так сделаем. Блин, на самом деле я хотел мину. Ах, ладно, фиг с ним. Лава-глава, давай сюда выставим тебя и поджаривай их там всех. Так, опять эти бурундуки, да? Бегут со всех щелей. Ну вот, вот, я тебе говорю, верхние ряды они сразу проминают. Верхний и нижний. Так, где-то гаргантюаха там наяривает. Шуршит своими ботинками водяными. Где этот? Вон он, охламон, появился. Бросает свою русалочку, понимаешь ли. Так, сгорел на работе, чувак. Лава-гуава, давай сюда. Почему не встала? Почему не встала, эй? А, лава-гуава. Давай, взрывай там все, кидрени-фени. Слушай, оппонент-то от нас не отстает. Смотри, прям практически тютелька в тютельку мы с тобой идем. Не хочет, ребята, он мне уступать. Как говорится, не сдает, не сдается наш горный варяг. Нам еще 40 секунд здесь волочиться, да? Ну давай вот так вот, наверное, сделаем.
Честно говоря, мне и хотелось бы проигрывать здесь. Давай, 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 давай. Взрываем. Ух. Бомбастик просто какой-то настоящий у нас тут происходит. Давай сюда мину поставим, наверное. Лава-гуава на выручку. Что у нас там по очкам, ребята? Пока лидируем, пока лидируем. Мне нужно всего лишь получить одну корону. В принципе, тут все дело за короной. Так, ну смотри. Смотри-ка, у него есть пиньята, это огненная, которая усиливает. Я, кстати, хочу, ребята, получить эту пиньяточку, ты понимаешь? Она, наверное, так усилит мои растения, что врагам просто не повезет. Ну, мы с тобой получили перчатку, да? А самое-то главное, кубок, ой, кубок. Корону, корону, да, друзья мои. Сколько, 60 штук должны, или сколько, 70? 70. А, нет, мы с тобой получили другое немножко растение. Не огненное, а какое-то... Что оно делает? Вот, огненное здесь. Я немножко, ребята, ошибся, когда вначале говорил, что мы получим огненное растение. Нет. Так, ну-ка. Оно должно у меня открыться. Где-то оно вот тут в конце у нас, да, должно быть. Вот. Blastberry Wine. А что он делает, а? Ладно, что он делает, мы с тобой увидим позже. Уже в других, наверное, видосиках. Но он, по ходу дела, он стреляет, наверное, ягодами какими-то. Это ежевика, что ли? Похож на ежевику, вот это вот, по крайней мере. Да, да, друзья мои. Так, 45 конфет, 32 гема. То есть конфетки скоро-скоро мы с тобой получим, да? Новое растение, пиньяту. Я хочу ее получить. Не пиньяту, а этот. Мяту, конечно же, мяту. Так, мы получаем с тобой сколько гемов? Ага, 5 штук гемчиков и конфеток. Сколько? 2. Также надо будет сыграть в пенни. И на арене еще разок сыграть. Так, пройду, наверное, вот эти все испытания. Но это уже будет за кадром, да? 5, 7. 7 конфет, это будет уже 54. То есть полуспеха будет уже в кармане. Ну что, дорогие друзья, на этом буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!